Salam aleykum. То, как Азербайджан восстанавливает освобожденные от армянской оккупации территории, заставляет удивляться весь мир. Об этом сказал в беседе с Даяс известный израильский политолог, доктор права, эксперт по международным отношениям Михаил Финкель. По его мнению, процесс восстановления Карабаха идет прекрасными темпами и на высоком уровне. Завершается строительство Физулинского аэропорта, прокладываются дороги, возводятся инфраструктурные объекты. Выжженная пустыня, превращенная врагом в ад, оживает и превращается в обжитый дом. Сразу видна заботливая рука хозяина. Азербайджанский народ, хозяин этой земли, возвращается на нее с любовью, трепетом и добром. Восстанавливает ее, поднимает разрушенные города. И, конечно, сразу видно, кто на самом деле является истинным хозяином этого края. Только истинный хозяин может возвращать на эти земли жизнь с такой любовью. Видно, как добротно строится новая жизнь. Я слежу за новостями из Азербайджана, вижу фотографии и видеоматериалы. Честь и слава! Вы большие молодцы! Сказал израильский политолог. Михаил Финкель отметил, что армянская сторона всячески уклоняется от имплементации положений трехстороннего заявления от 10 ноября и заключения мирного договора. Мирный договор предусматривает установление дипотношений, делимитацию границ и взаимное признание территориальной целостности, чего Армения усиленно пытается избежать. Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно предлагал Армении подписать мирный договор, говорил о плюсах, которые от этого получит армянская сторона, в частности в области бизнеса, кооперации, коммуникаций. Армения этого не хочет. Она желает новой войны, говорит о реванше. Азербайджан ведет себя очень правильно, культурно и цивилизованно. Азербайджанцы – это мирный народ, который не хочет войны, который вернулся на свои земли. На земли своих предков. И восстанавливает их сейчас так, что заставляет удивляться весь мир. Сказал Михаил Финкель. Баджарана Джан Гурбан. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч!